TikTok – это сервис для создания и просмотра коротких видео. В прошлом году он обрел огромную популярность по всему миру. Блогеров, которые снимают видео для этой социальной сети, называют тиктокерами, которые часто объединяются в TikTok-дома, где живут по 15-12 человек и вместе снимают контент. Самыми популярными TikTok-домами в странах СНГ являются Dream Team House, XO Team и Hype House. Молдова не отстает в плане создания TikTok-хаусов, и один из крупных таких домов для блогеров открылся буквально на прошлой неделе. Izvar House собрал самых талантливых молдавских тиктокеров, которые вместе живут и снимают контент. Быть в тренде – это одно из главных правил новой площадки, поэтому ребята всегда снимают популярные челленджи. Как и в любимом TikTok-хаусе, у ребят есть свой продюсер, который их всех и собрал, и дал возможность обрести популярность. Я собрал здесь ребят, которые очень энергичные, но их энергию надо направить куда-то в нужное русло. И я уверен, у них большое будущее, только надо немного им помочь. Ты вчера видосов сколько снял? 3. А надо сколько? 4. У меня просто телефон сел. Это не важно. Наказание знаешь? Снял куртку быстро. Изменилась ли жизнь подростков после того, как они стали частью Izvar House, мы решили узнать у одного из юных блогеров. Известно быть круто. Люди проходят мимо, тыкают пальцем, фотографируют. Видимо, узнают. Также мы решили спросить, о чем мечтают тиктокеры и на что они потратят заработанные деньги. Ну, я мечтаю поехать в Европу. Игорек, одень куртку, ты чем мерзнешь? Знаете, повидать свет, там, стать популярным. Но пока Вова паспорт не дает. Елена Подписка и Артем Колокольчик специально для Молдова ТВ.